Славутич – ідеальне місто для велосипедистів та прихильників цього чудового виду спорту. Досить розвиненою є і велосипедна інфраструктура в місті. А особливо приємно, коли роботодавці в особі підприємців, директорів та керівників різних організацій та установ підтримують та заохочують свій трудовий колектив до світового тренду їзди на роботу велосипедом. Саме для них маємо пропозицію взяти участь у всеукраїнському конкурсі. Да, значить, я сьогодні представляю національний конкурс «Найкращий працедавець року». Ну, або там просто працедавець року, я, чесно говоря, сам путаюсь, як він правильно називається. Вот. Он в Україні проходить уже во второй раз на національному уровні. Вот. До этого 9 лет он проходил только в Києві. Вот. І в даний момент времени, в ньому приймають участь 9 городов. Из таких городов, ну, знаешь, чтобы было понятно, Славутич там это вот такой город, а все остальные там Киев, Одесса, Винница, Харьков, Полтава, Днепропетровск, ну, Днепр. Вот. Поэтому город Славутич это такой маленький город, который наконец-то к этому долучился. О чем конкурс? Конкурс о том, что происходит оценка велосипедной инфраструктуры, предприятий, установ, там, фирм, не знаю, там, стартапов каких-то. Это, то есть направлено на то, что ну, узнать, как же работодатель заботится о своих работниках в части предоставления возможности пользоваться транспортным средством, то есть велосипедом, и добираться на работу. Вот. Критериев оценки будет там много, я так думаю, но для начала нужно его стартовать. То есть стартануть, потому что никто не знает, что же это такое, что за конкурс, и можно ли в нем принимать участие, и принимают ли. До слова, вже маємо першопрохідця. Ним стала IT-компанія MediaDim, працівники якої вже давно дістаються роботи саме велосипедом. Як узнали о самому конкурсі, в принципі, і як вирішили подати заявку? Ну, узнали із соцсети, з Фейсбука заявку. Ну, а що я там подавати? В електронному виді все легко і швидко. А як давно, собственно, у вас вот развита вот эта велоінфраструктура? Ну, с самого начала мы, как всегда, заехали где-то через год, потому что много велосипедов, стоянка у нас еще одна есть, но она более маленькая. Решили заасфальтировать побольше, вернее, забетонировать, ну и сделали такую большую стояночку. Ну, она у нас с самого начала, и, в принципе, у нас же фирма уменьшается потихонечку, а раньше было очень много велосипедов, поэтому большую стоянку делали. Если вот так на глаз прикинуть, да, вот в процентном соотношении, какое количество ваших сотрудников именно на велосипедах приезжает на работу? На глаз. Ну, у нас на велосипедах в основном ездят где-то 3-4 человека. Сейчас вот так вот. Вот. Ну, в основном это все мужчины. А раньше у нас директор была, она тоже ездила на велосипеде. А, ну, возможно, для себя это сделала? Ну, это мы для себя. А как вы вообще относитесь вот к такому тренду, да, ездить на работу на велосипеде? Вот сами, например, практикуете или нет? Ну, я только на велосипеде езжу на работу. Вот. А вообще нормально. А что, у нас городок маленький. Там пешком-то прийти быстро, на велосипеде 2-3 минуты ты на работе. Отож, запрошуємо і інші компанії та організації міста до участі у конкурсі. Для того, щоб подати заявку, особо много нічого не требується. Требується, щоб була парковка. Да? Ну, парковка – це як би таке. Може бути, це сооружение, може бути, тільки не обов'язково, це тільки парковка. Тобто тут комбінація, може бути, цих парковок. І є Google форма. Я надеюсь, что мы ее потом где-нибудь прилепим, она у нас будет вместе с постом путешествовать вот, по сети. И просто оформляется Google форма, тогда прикрепляются фотографии этого сооружения, будем называть его сооружением, то есть велопарковки, и, соответственно, оформляется и это. Что классно, что данных участников будет, ну, слово пиарит, не знаю, как бы о них рассказывать будет не мы в Славутиче здесь, да, а на национальном уровне. То есть это есть возможность, ну, скажем так, рассказать о своем предприятии, о том, что оно нормальное, как бы, и это на всю Украину, и то есть это очень классно. То есть сейчас уже есть пост про медиадом, и, соответственно, я жду других участников. Сейчас мы уже провели переговоры с Чернобыльской атомной электростанцией. Они сегодня-завтра ее подадут, эту заявочку. Вот. И, соответственно, других славутических компаний, другие славутические компании. Я бы хотел призвать
всех активистов, велосипедистов о том, ну, тому, чтобы, ну, вы обращались к руководству своему и, скажем, рассказали об этом конкурсе. Но понятное дело, что не все директора там предприятий там или какие-то там начальники сидят в Фейсбуке там и смотрят нас или там читают эти посты. То есть это нужно инициировать снизу. То есть чаще всего инициатива идет снизу, поэтому, ребята, расскажите об этом своему руководству и, ну, или как сказать, согласуйте с ним участие в этом конкурсе. Для чего это надо, самое важное? Самое важное заключается в том, что сегодня, ну, то есть в этом году, будет первая реперная точка, в которой мы можем оценить, в каком состоянии наша инфраструктура, ну, сегодня. А результатом этого конкурса будет, скажем так, рекомендации, по которым мы, ну, скажем так, для того, чтобы улучшить эту инфраструктуру, чтобы сделать ее, ну, соответственно, лучше. И следуя им, мы сделаем, ну, скажем так, наши велосипедные, скажем так, требования лучше. Мы сможем условия эти улучшить. И, соответственно, как бы в следующем году, там, например, компания, которая заняла второе место, сможет спокойно стать первой. И уже там другие будут друг друга догонять. То есть конкурс будет живым. И это показывает вот международный, ну, как бы, это показывает и международный, как бы, опыт, и город уже, ну, на национальном уровне, и в городе Киеве, где там национальные компании какие-то, которые там с большим количеством денег проигрывают там IT-компаниям, которым понимают, что нужно делать. То есть там у них там голландские корни какие-то там, они, в общем... В общем, это очень крутая штуковина, поэтому, блин, Славутич явно город велосипедный. Просто мы еще об этом, ну, не то что не знаем, нам нужно это правильно активизировать.